Пасхальные дни для жителей села Улемец Жиздринского района Калужской области были отмечены радостным событием. Епископ Козельский и Людиновский Никита совершил малое освящение и божественную литургию в новопостроенном храме в честь преподобного Сергия Радонежского. Подробности события в сюжете Эльвиры Гордеевой. В феврале прошлого года в селе Улемец на средства молодого предпринимателя из Москвы Олега Кондакова, который родился здесь, был заложен храм преподобного Сергия. За год все работы по его возведению были завершены. В окружении изумрудной зелени бывшего школьного сада деревянный бревенчатый храм, обрамленный кованой оградой, сочетает в себе и деревенскую простоту, и благолепие Дома Божьего. Я сам родом отсюда, вот, и никогда не было церкви. Мне казалось это странно, потому что хотелось, что вот... Мне кажется, что у людей должно быть в каждой поселке, в каждой деревушке, неважно где, должен быть свой храм. В пасхальные дни на освящение храма прибыл епископ Козельский и Людиновский Никита. За богослужением владыка Никита совершил чин малого освящения храма. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. В освященном Доме Божьем в сослужении духовенства архипастор совершил первую литургию. Небольшое помещение церкви не могло вместить всех желающих присутствовать на богослужении, поэтому многие молились на улице. Вот идут люди, значит, они хотят найти утешение в этом, какое-то себе, ну как вам сказать, может быть, для здоровья, может быть, для своих родственников, для детей, чтобы у всех было благополучие. Центральное место в храме занимала особо почитаемая односельчанами икона Явленная. У нее интересная история. Жителям Улемца святой образ был чудесным образом явлен еще до войны. Ее обнаружили местные жители у часовни. Во время оккупации немцы хотели вывести икону, но жители деревни успели спрятать ее, прикопали в окопе. И она была закапана, и закапана была вниз, лицом. Здесь она приснилась одной бабушке, тоже верующей, и говорит: «Придите, откопайте, мне очень тяжело, тяжело дышать, все». Вот. Ну, она не пошла. Она на завтра приснилась ей. И вот моя мать, покойница, и она. Они пошли, значит, откопали ее. Так во второй раз жители села обрели чудотворный образ. С тех пор икона участвовала во всех богослужениях, крестных ходах и таинствах, совершаемых в Улемце. Умирая, бабушки, хранившие икону, передавали ее другим ревнителям веры православной, своим родным или соседям. Ну а последний хранитель явленного образа, Николай Лучкин, передал ее в новопостроенный храм. Надеюсь, что она теперь вот будет здесь служить людям радости, как говорится, и будет радовать людей. Во время богослужения духовенство епархии и молящиеся совершили праздничный пасхальный крестный ход вокруг храма. Христос воскрес! Воистину воскрес! По окончании богослужения владыка Никита поздравил сельчан с освящением храма и поблагодарил устроителя Дома Божьего Олега Кондакова за труды по его возведению, вручив ему образ Пресвятой Богородицы. Пусть Матерь Божия всегда помогает вам в вашей жизни, в вашей деятельности, в ваших трудах во славу и малой своей Родины, и во славу нашего Великого Отечества. Храни вас Господь. Христос воскрес. Символично, что храм во имя Сергия Радонежского был заложен в юбилейном году празднования 700-летия игумена земли русской, а освящен в год 70-летия победы в Великой Отечественной войне.